Привет, друзья, мы находимся сейчас в здании суда. Интересный такой момент, кто из-за границы, кто не из-за границы. Значит, в Киеве сейчас маска же надо ходить. В Киеве происходит суд по поводу большого участка земли в Соломенском районе, который хотят застроить, но который де-факто является парком. Речь идет о Протасовом Яре, как хотите, которые хотят сделать парком, но есть определенная группа застройщиков Геннадия Корбана, это такой у нас, ну, такой мини-олигарх, скажем, которые хотят просто-напросто застроить его, как обычно у нас принято, высотками. Собралось, надо сказать, что группа Корбана уже проиграла парочку судов, это кассация, это последняя инстанция. Если им откажут и здесь, соответственно, будет парк, высоток не будет. Но посмотрим, как это все произойдет де-факто, откажут ли им и что будет. Но, в общем-то, общественность Соломенского района на 99%, я так понимаю, против этих очередных высоток, которыми уже все просто завалено, застроено и так далее. И я думаю, что все-таки суд пойдет навстречу общественности, а не застройщику. Тем паче, что два предыдущих суда пошли навстречу именно людям. Соответственно, я думаю, что и кассация пойдет то же самое навстречу именно громаде или общине Соломенского района города Киева. И у нас будет хороший парк, а не очередные 30-этажные монстры, которыми и так залепили весь город.